Более 1000 километров автостопом намерен проехать 74-летний ветеран КНБ. Его маршрут пролегает от Алматы до Астаны. Свой велопробег Аксакал посвятил международной выставке «Экспо». На въезде в Караганду вместе с Советом ветеранов КНБ Абельтая Шайхова встретила и наша съемочная группа. За спиной у 74-летнего Абельтая Шайхова около 1000 километров. Проехал он их на попутках. Акция так и называется – «Автостопом на Экспо-2017». На КПП Алматинской трассы его встретили представители Совета ветеранов КНБ Карагандинской области и физкультурно-спортивного общества «Динамо». Ветеран Комитета национальной безопасности стартовал 10 июля со стадиона «Динамо», что в Алматы. Главная цель акции – призвать всех казахстанцев посетить Экспо. Аксакал отметил, что сегодня внимание мировой общественности приковано к международной выставке, которую проводит Казахстан. Казахстан не просто там проведение каких-то мероприятий, а Казахстан оказался, понимаешь, он оказался организатором для всего мира. Организатором, понимаете, и на равном уровне, как развитие государства, как это самое, организовал такое Экспо. В ветеранском автопробеге лишь один участник, но в дороге он не чувствует себя одиноким. Путешествуя автостопом, Абельтай Шайхов неизменно общается с теми, кто согласился его подвести. В этом, в общем-то, и заключается главная особенность этого вида путешествия. Да к тому же везде его встречают сослуживцы. Человек, который прослужил длительное время, который посвятил спорту, человек, который патриотично настроен, который желает своими такими поступками показать молодежи, что, несмотря на возраст, он еще, так сказать, в силе действительно продвигает идеи, так сказать, страны, показывает, что наша страна очень, так сказать, развита, чтобы акценты внимания в стране уделялись, так сказать, вот на Экспо-2017, что это действительно большое значимое событие для страны. Это уже второй визит Абельтая Шайхова в Караганду. В сентябре прошлого года Аксакал посещал шахтерскую столицу в рамках одиночного велопробега, посвященного 25-летию независимости. Свой нынешний автопробег Аксакал завершит 12 июля в Астане на Экспоцентре. Андрей Тенжек, Слык Нуртай, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский.